Там всем приветики. Сегодня сижу второй день. Гуляю. У нас такой солнечный денёк. Сегодня прям уже конец августа. Думаю, будет, конечно, в конце, начало октября. В конце сентября, начало октября. Так, смотрите, здесь я нашла какой. Смотрите, видите, вверху у всех балконы. А здесь вот просто окна сделали. Сижу, смотрю. Просто удлинили комнатку. А с той стороны по два... А здесь не видно? А, нет, видно. Вот по два окошка в комнате. Кстати, вот в этом доме считается трехкомнатная квартира. Но третья комната детская всего, знаете, метра два на два, не больше. Ну, два с половиной, может быть, вот не больше в этом доме. Когда мы квартиру искали, ходили, тут больше двухкомнатная. А зал, кстати, у них прям огромный. Большой-большой. Ну, не вот прям огромный, ну большой такой, с двумя окошками, прям классный. Здесь у нас солнечный, там вон помойка. Вот. Такой теплый денек, я сижу, греюсь на солнышке. Димочка сегодня у меня второй раз пошел в садик. Вот. А вчера был в садике, спуску всем не дал, был гиперактивный, был просто кошмар. Пожаловались на него. Сказали, что якобы воспитательницу довел до слез, разбрасывая игрушки, и, ну, носился. Вот. Домой же пришли, абсолютно идеальный ребенок, хороший, все в порядке. Вот, не понимает слова «нельзя». Ну, как бы я его не говорю это слово, потому что он дома идеальный ребенок. Поэтому так вот. Вот сейчас уже время подходит, сейчас пойду за ним. Вчера провела сегодня с утра беседу с ним, что так нельзя беситься, что нужно заниматься, что он туда заниматься приходит, готовится к школе. Вот, короче, так вот. Ну, батарейка садится. Сейчас я еще с той стороны вам поснимаю. Так, это парк. Последний теплый денечек у нас. Там даже какая-то птичка поет. Но плохо слышно, наверное, будет. Так. Так, погромче. Смотрите, как классно. Сейчас я уже пошла за Димочкой. Сейчас я этот парк обойду. Но у меня еще где-то там полчаса есть. Кстати, тут дом красили. Вот здесь так и не докрасили. Уже год прошел. Год прошел, и все никак. Наверное, деньги закончились просто, вот и все. Так, классно, на улице так тепло вообще прям. Я в маечке сегодня, но не в шортах. То холодно в шортах, то жарко, но сегодня 30 должно быть. Вот знаете, идешь вот медленно. Снимаешь. А вот когда сидишь, монтируешь, так быстро получается, как будто идешь. Сейчас у меня батарея сядет. Смотрим сразу. Здесь вот парк. Здесь, кстати, в этом парке стали собираться алкаши периодически. Стало замечать. Так обидно. Гуляешь с ребенком, тут вдруг алкаш. Не хочу там идти. Пойду вон там. И, кстати, вот эта тропинка посерединке очень-очень нравится. Здесь машины. Уже прям любопытство, как же там Дима. Смогли его увлечь или нет. Любопытно прямо. Не втерпешь. С ним провела большой разговор. Большую работу вчера и сегодня. Но... Блин, у меня ребенок просто идеальный дома-то. Поэтому как-то странно все это. Ну, тут сидят обычно алкаши. Сейчас мы с вами еще, кстати, цветочки посмотрим. Как раз надо пофоткать. Как раз, кстати, это в Инстаграме будет пост. Последний денек лета называться. Инстаграм ко мне
приходите, подписывайтесь, пишите, и я к вам тоже подпишусь. Если кому-то нужен еще один друг в Инстаграме. Красиво как вот тут. Так, цветочки. Как я и обещала. Кто-то сидит как будто. Юрочка. Здесь цветочков оказывается очень мало. Там еще есть один. Что такое? Что ты делаешь? Расскажи. Ремонтируешь, да? Скажи, что ты делаешь, Дима? Ремонтирую. Дима сам поставил табуретку, говорит, сломалась. Надо отремонтировать. Ремонтирует. Уже второй раз, кстати. На неделю вот он уже ремонтировал. Ну, мастер. Да ты же мой мастер, сладенький. В пижамке еще, Дима. Вверх у нас пижамка, а низ штанишки не снял. Оказался. Да? Ну и чё? Чё, работает? Работает. А чё же она, смотри. Получается, я её закрываю, она открывается. Она же должна открываться вот так вот, вот. Когда вот убирается вот этот вот хвостик. Мастер, Дмитрий Евгеньевич, вы, пожалуйста, доделайте. Вот смотри, как получается-то. Вот это вот, видишь? Я её дёргаю, она не открывается. Вот только открывается, когда вот я поверну ручку. Есть. А вот это. Вот она. Видишь? У тебя просто... У вас, Дмитрий Евгеньевич, просто сил не хватает. Вы слабый. Дмитрий Евгеньевич. Пожалуйста. Ага. Вся проблема там, да? Вы почините, да, Дмитрий Евгеньевич? Да? И шкаф работает. И шкаф тоже у меня не работает. Ай-яй-яй-яй-яй. Что же делать, Дмитрий Евгеньевич? Что же делать? Надо починить шкаф. Починить? А вы почините? Починить. Почините? Ну, давайте. Работать как? Как еще раз? Не работает? А, вон как, да? И здесь? Никак, да? Ни туда, ни сюда. И здесь? Ага. Работать. Не работает, да. Надо что-то делать, да, Дмитрий Евгеньевич? Тут что такое, шалав? Не знаю. Ну что? Починили? Починились. Ничего не поднимет. Не получается у вас, Дмитрий Евгеньевич? Не получается. Не получается? Так вы же сказали, что вы почините дверьку шкафа. Дмитрий Евгеньевич, куда же вы пошли? Дмитрий Евгеньевич. Как я починю? Подождите, а вот этот шкаф вы что же? Получается, не почините, что ли, Дмитрий Евгеньевич? Если косяк я починю. Вы косяк будете чинить? Ну хорошо, чините косяк. А с косяком что? Ой. Что с ним такое? Там дверь там. Там дверь? А что, на косяке дверь, что ли? Дверь на косяке. О. Это что такое? А мы не знали. Это что там? Такое? Не знаю, Дмитрий Евгеньевич. Это косяк, это тоже косяк. А, это тут тоже, да, вот это вот косяк? Тут что, два косяка получается? Два косяка. Это хорошо или плохо? Плохо. Это плохо? Это работает этот. А, и поэтому дверь не работает, потому что два косяка здесь, да? Да? А что делать теперь? Ей мешает, что ли, получается, вот этот косяк?
ей мешает, получается, двери этот косяк, и поэтому дверь вот эта открывается, да? И это тоже работает дверь. И это тоже дверь не работает? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это тоже бесит. Как же так? Это тоже бесит. Да, ну чините, а сколько будет стоить, Дмитрий Евгеньевич? Мне кажется, это будет уже слишком дорого, четвертая дверь. Или какая там пятая. И лампу. Ой, Дмитрий Евгеньевич, мне кажется, у меня денег не хватит. И лампу еще вдобавок. Эй, и вот эту я лампу пить. И там тоже. Нет, не надо. Не надо. Скажите, сколько будет стоить, я вам заплачу. Дмитрий Евгеньевич. Эта стена тоже работает. Ой, что-то вы мне прям сейчас, я чувствую, насчитаете, вам лишь бы содрать, наверное, денег, да? А со стеной-то чего? Это содрать стену я. Содрать стену надо? Это стену. Зачем? Нет, мне здесь стирать стену не надо. Мне здесь стена-то нужна. Мне стена-то здесь нужна. Я знаю, стена, я тут туда подать. Не надо мне ничего там обдирать. Почему? У меня новые обои на здесь на стене не надо. Можно тут взять. Нет. Вы сказали, дверь там надо поремонтировать. Вы дверь так и не починили. Вот она, видите, открывается. А та вот так не открывается. Вот давайте дверь почините мне, и я вам заплачу. Сколько там? 300 рублей, да? Да, Дмитрий Евгеньевич? А? Есть палка. А? Палка. Ах, там палка застряла, что ли? Там палка застряла. Так поэтому она и не открывается? А у этой палки не застряла, да? Поэтому она... Открывается, да? Это тоже осталось. Вон где логика вся. Это чините, я потом проверю.